Дымный столб в частном секторе – всегда тревожный признак, от того пожарные так спешили на этот вызов. Быстро приехали? Быстро, да? Быстро. Вызвали, я сверху видела. Женщина, она сверху. И прям дым пошел, и это сразу вызвали. Минут через пять, так, быстро. К счастью, на этот раз жильцы стареньких домов больших потерь не понесли. Сгоревшая хозпостройка – уличный туалет, совмещенный с летней душевой. Однако огнем уже начала была заниматься садовая беседка, в двух шагах дровяные сараи, а там и до кровель домов недалеко. Постройки во дворе расположены настолько тесно, что не обуздая огнеборцы пожар вовремя, полыхал бы целый квартал. Стоило огню распространиться, говорят спасатели, работы всему пожарному гарнизону города хватило бы до вечера, а так справились лишь двумя отделениями. По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит загорание хозяйственной постройки открытым пламенем. На тушение был подан слово курс 8. Возгорание было ликвидировано в тех размерах, которые приняло в момент прибытия. По словам жильцов, пожаром они, вероятнее всего, обязаны соседству с ветхой заброшкой. Там за забором кто у вас? А там за забором мусор. Там снесли люди. То есть оттуда могли и поджечь? Выселили. Ну, скорее всего, выселили. Там бомжи ходят туда. Выгоревшую хозпостройку пожарные решили демонтировать полностью. Причину возгорания и другие обстоятельства ЧП предстоит выяснить дознавателям МЧС. Иван Суверин, телеканал «Первый областной».